Интересно, Ватсон, что вы скажете об этой трости? Можно подумать, что у вас на затылке глаза. Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет. Он видит ваше отражение в кофейнике. Джеймсу Мортимеру, МРСС, от его друзей по CCH и дата 1884 год. А каким вы представляете себе владельца этой трости? Я думаю, что этот доктор Мортимер медик средних лет. Я склонен думать, что это сельский врач. Почему? Потому что его трость некогда весьма недурная. Так сбита, что я не могу представить ее в руках городского врача. Потом надпись. Я полагаю, что буквы CH означают, по всей вероятности, охотничий клуб. Дорогой Ватсон, вы в совершенстве познали мой детективный метод. Но, увы, ваши выводы в большинстве ошибочны. Такое подношение врач мог получить скорее от какого-нибудь госпиталя. Буквы CCH наводят на мысль, что это был Чаринг-Кроссский госпиталь. Вполне может быть, вполне может быть. Пойдем дальше. Врач с солидной практикой вряд ли бы оставил Лондон. Скорее, это был куратор или практикант. Он переехал за город 5 лет назад. Об этом говорит дата на надписи. И поэтому, дорогой Ватсон, ваш солидный пожилой врач испарился, а вместо него возник симпатичный молодой человек, 30 лет, нечистолюбивый, рассеянный, потому что именно такой человек мог просидеть целый час у нас в гостиной и к тому же забыть свою трость. Ну и очень любящий свою собаку, которая, судя по отметинам зубов на трости, крупнее терьера и мельче мастифа. Но что касается последнего пункта, то его нельзя проверить. Элементарно, друг мой. Это кокер-спаниель. Кокер? Кокер-спаниель, говорите? Именно кокер. Значит, именно кокер. Мистер
Холмс, явился вчерашний посетитель. Вчера он забыл палку, сегодня пришел с собакой. Какое счастье! А я все думал, где я ее оставил? Здесь или в пароходстве? Подарок? Да. От Чаринг-Кроссского госпиталя? Да, от коллег, ко дню свадьбы. Ой, как скверно-то, а? Я никак не ожидал, мистер Холмс, что у вас такой удлиненный, такой череп и такие выпуклые надбровные дуги. Ваш череп мог бы послужить украшением любого антропологического музея. Я польщен. Считаю вас вторым по величине европейским экспертом. Интересно. А кто, по-вашему, имеет честь быть первым? Месье Бертильон пользуется авторитетом у людей с научным складом мышления. Но как практик вы не знаете себе равных, это признано всеми. Надеюсь, сэр, я не позволил себе излишней. Так, самую малость. У меня в кармане лежит рукопись. Рукопись старинная. Середина 18 века. Если не подделка, конечно. Поразительно. Как вы узнали? Разговаривая со мной, вы все время показываете мне краешек рукописи. Дюйма 3. Я датирую ее. 1740 годом. 42-й. Это фамильная реликвия. Отдана была мне на сохранение сэром Чарльзом Баскервилем. Внезапная и трагическая смерть которого так взволновала весь Дьоншир 3 месяца тому назад. Я был не только врачом, но и личным другом сэра Чарльза. Он был человек властный, умный и весьма практический. Однако относился серьезно к этому документу. Рукопись совсем короткая. Если позволите, я прочту ее. Много есть свидетельств о собаке Баскервилей. Но являясь прямым потомком Хьюга Баскервиля и будучи наслышан о сей собаке от отца своего, а он от моего деда, я положил себе записать сию историю. И хочу, дети мои, чтобы вы уверовали, нет столь тяжкого проклятия, коего нельзя было бы искупить молитвой и покаянием. Случилось так, что наш предок Хьюга полюбил, если так можно назвать его темную страсть, полюбил дочь соседа-фермера. В глухую ночь он прокрался к ферме, зная, что отец и братья-девицы в отлучке, украл ее, спрятал в верхних покоях замка, а сам стал пировать с дружками внизу. Страх довел девицу до того, что она отважилась на отчаянный поступок. Выбралась по карнизу, спустилась по плющу на землю и побежала через болото к отчему дому. Вскоре Хьюга оставил гостей, чтобы уединиться с пленницей. Но обнаружил, что клетка опустела, и птичка вылетела на волю. И тогда его обуял дьявол.
Хьюго приказал спустить собак. Псы понеслись, он вскочил в седло и поскакал за сворой по болотной тропе. Собутыльники не сразу разумели, из-за чего поднялась суматоха. Потом сели на коней и присоединились к погоне. Проехав милю или две, пьяные сквайеры увидели собак. Свора, славившаяся свирепостью, жалобно визжала, теснясь к ногам лошадей. Всадники остановились. В факельном свете открылась лужайка, посреди которой лежала бездыханная девица. И вдруг волосы зашевелились на головах протрезвевших гуляк. Над растерзанным телом Хьюго стояло мерзкое чудовище. Огромный черной масти зверь, сходный видом с собакой. Чудовище повернуло к ним свою окровавленную пасть и сверкнуло горящими глазами. Никто не помнил, как вернулся домой. Провидению припоручаю я вас, дети мои, и заклинаю, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. По-вашему, это неинтересно, мистер Холмс? Интересно. Для любителей древностей. Хорошо, мистер Холмс. Вот номер «Деванширской хроники» от 14 января этого года, где помещен краткий отчет о событиях, связанных со смертью сэра Чарльза Баскервилля. Смерть сэра Чарльза Баскервилля, возможно, у кандидата от партии либералов на предстоящих выборах произвела очень тяжелое впечатление на весь средний Деваншир. Будучи холостым и бездетным, сэр Чарльз не раз выражал намерение еще при жизни облагодетельствовать своих земляков, и у многих из здешних жителей есть личный повод оплакивать ее безвременную кончину. Основываясь на данных медицинской экспертизы, присяжные на дознании вынесли вердикт – скоропостижная смерть. Ну и что? Покойно, Снупи. Я не верю здесь ни единому слову! Там, в Чисовой аллее, когда я осматривал тело покойного, я обнаружил следы. Мужские или женские? Это были следы огромной собаки. Кроме вас, этих следов никто не видел. Они были в шагах в 30 от тела. На них просто не обратили внимания. Я бы сам ничего не заметил, если бы не вспомнил легенду. Вы говорите, что следы очень большие. Огромные. Но к телу сэра Чарльза они не приближались. Нет. Если я вас правильно понял, в глубине аллеи есть калитка. Да, и эта калитка ведет на болото. Теперь, доктор Мортимер, еще один важный вопрос. Это были единственные следы, кроме следов Баскервилля? Нет. Там были следы дворецкого Берримора. Он первым обнаружил труп. Чрезвычайно интересно. Еще один вопрос. Калитка была закрыта? Не только закрыта, но и заперта на висячий замок. А около самой калитки было что-нибудь обнаружено? Трудно было что-нибудь разобрать на утоптанном снегу. Сэр Чарльз, по-видимому, простоял у калитки минут 5-10. Почему вы так думаете? Потому что пепел дважды упал с его сигары. Вы осмотрели тело? Никаких признаков насилия. А вскрытие? Вициум кордис. Угу. Застарелый органический порок сердца. Мы займемся этим делом. Мистер Холмс, есть некая область, где бессильны сыщики и полиция. Местные жители рассказывали мне, что еще до трагической смерти сэра Чарльза
видели на болотах чудовищные привидения. Они слово в слово повторяют описание того пса, о котором говорится в легенде. Верьте мне, вся наша округа охвачена ужасом. Я борюсь со злом по мере моих скромных сил, но выступать против самого прародителя зла было бы несколько самонадеянно с моей стороны. О чем вы меня, собственно, просите? А я вас пока еще ни о чем не просил. Зачем же вы пришли сюда, доктор Мортимер? За советом. Скажите, как я должен поступить с сэром Генри Баскервилем, который прибудет на вокзал Ватерлоо ровно через час с четвертью? Это наследник? Да, он прибудет из Канады. Других претендентов на наследство нет. Сэр Генри последний из рода Баскервилей. Ждем вас вместе с наследником. И не пугайте сэра Генри раньше времени. Мой покойный супруг говорил, что это самый подробный атлас Британии. Здесь, в этом томе, вы найдете Деваншир. Благодарю вас. Вы очень внимательны. Да, это верно. Что же, ваш посетитель опять забыл свою трость? Вот место, которое нас интересует. В середине находится Баскервиль-Холл. Заметьте, окруженный лесом. Тисовая аллея здесь не обозначена, но я думаю, она идет параллельно болотам справа. А вот это небольшая группа строений, деревушка Гримпен, где, как я понимаю, находится штаб-квартира нашего нового знакомого доктора Мортимера. Примерно в 14 милях отсюда, вот здесь, Принстаунская каторжная тюрьма. Ого! Жилых строений очень немного, и повсюду между ними простирается болото. Глухое местечко, Ватсон. Вы уже думаете об этом деле? У меня оно не выходит из головы. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это верно, Ватсон. О! О! Вы кто? Я миссис Хатсонсон. А, очень приятно. Здрасте, здрасте. Не-не-не, это седло, я его тут оставлю. Вы ступайте, ступайте, ступайте. Здравствуйте, джентльмены. Приветствуем вас в Великобритании. Спасибо, мистер... Здравствуйте, здравствуйте, мистер Холмс. Я вас узнал. Вы знаете, легенды о ваших подвигах дошли до нас за океаном. А вы доктор Ватсон. Вы знаете, я не знаток литературных стилей, но то, что вы пишете... Ах, вы мои дорогие, я так счастлив! Только очень жарко в Лондоне. Вы знаете, я выехал 2 недели назад, и вам шел дождь со снегом, а тут просто какие-то тропики. Ваша трость. Боже мой, как я... Проклятая забывчивость. Добрый день. Как вас встретила страна ваших предков? Великолепно. Загадками. Письмо. А, да-да-да. Я получил очень странное письмо. Причем у меня никого знакомых в Лондоне. И тем не менее, письмо оказалось у меня в номере. Шерлок Холмс.
Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Анонимная. Слова «торфяных болот» написаны чернилами. Доктор Мортимер, что вы обо всем этом думаете? Ну что ж, на этот раз, по-моему, нет ничего сверхъестественного. Но, может быть, тот, кто посылал это письмо, верит в то, что это сверхъестественная история? Какая история? Мне кажется, джентльмены, что вы знаете что-то больше, чем я, поэтому я хотел бы... Сэр Генри, в свое время мы вовсю вас посвятим. Понял. Верьте моему слову. А сейчас, джентльмены, давайте займемся этим любопытнейшим документом. Слова, конечно, взяты из передовицы «Таймс». Ватсон, у нас есть вчерашний вечерний «Таймс»? Я читал вчерашнюю «Таймс». Там нет ни слова о приезде сэра Генри. И не могло быть ничего, потому что только что сэр приехал. Генри. Скажите, доктор Мортимер, вы можете отличить череп негра от черепа эскимоса? Это мой конек. Надбровные дуги, лицевой угол и строение челюсти. У меня тоже есть свой конек. Дело в том, что Боргес на шпонах, которым набираются передовицы «Таймс», для меня также отличается от слепого шрифта дешевых вечерних листков, как для вас череп негра от черепа эскимоса. Понимаю. Шрифт «Таймс» ни с чем невозможно спутать. Значит, кто-то вырезал ножницами? Маникюрными ножницами. Но почему последние слова написаны от руки? Это элементарно, Ватсон. Просто в передовице таких слов не было. Что вы еще можете сказать об этом? Ну, кое-что еще сказать можно. Буквы наклеены неровно, из-за этого я заключаю, что автор письма спешил и волновался. И потом мне совершенно ясно, что письмо написано в гостинице. Почему? Видите ли, доктор Мортимер, собственное перо и чернильницу редко доводят до такого безобразного состояния. Сэр Генри! Сэр Генри! А? Что? Теперь ваша очередь. Скажите нам, с вами больше ничего необыкновенного не случалось в Лондоне? Нет. Мистер Холмс, я ведь только приехал в Лондон. Ах, доктор Ватсон, вы знаете, я ведь большую часть детства, юности провел в Соединенных Штатах, в Канаде. Там и учился. Слушайте, у меня же ботинок пропал. Вы спрашивали, что-нибудь случилось, у меня же ботинок пропал. А? Сэр Генри, да. Ваш башмак найдется. Нет, я думал, может быть, интересно. Просто засунули куда-нибудь и все. Нет, вы не подумайте, что мне жалко, джентльмены. Просто я только вчера купил их на стренде и даже ни разу не успел надеть. Вы выставили за дверь новые ботинки? Нет, они были просто светло-коричневого цвета. Я не очень люблю этот цвет, и поэтому оставил там записку, чтобы их помазали черной ваксой. Ну, черные, чтобы были. Но почему вы не купили черные ботинки? Почему, сэр Генри? А что в этом странного? К чему вы клоните? Что вы хотите этим сказать, доктор Ватсон?
Ватсон, это становится любопытным. Взгляните направо. Попробуем рассмотреть этого человека. Черт возьми, он нас заметил. Что это за человек? Понятия не имею. Вы хоть разглядели его лицо? Бороду заметил. Я тоже, и, скорее всего, она фальшивая. Соглядатый? Я думаю, да. За Баскервилем следят с самого его приезда в Лондон. Иначе откуда бы они знали, что он остановился в отеле Нортумберленд? За кого меня принимают в этой гостинице? За дурачка? За дурачка? Если этот болван не найдет мой башмак, я устрою грандиозный скандал. Добрый день, джентльмены. Все еще ищете свою пропажу? Здравствуйте, Холмс. У меня тоже есть чувство юмора, но это переходит всяческие границы. Вчера у меня пропал новый башмак, а сегодня стащили старый. Да ни в одной стране, ни в одной гостинице мира со мной не происходило ничего более странного и нелепого. Здравствуйте, Ватсон. Доброе утро. Доктор Мортимер, вы заметили, что сегодня утром, когда вы вышли от нас, за вами следили? Следили? Кто? Этого я вам, к сожалению, не могу сказать. Лучше постарайтесь вспомнить, нет ли у вас ближайших соседей в деревне или знакомых, кто носил бы бороду? Впрочем, у Берримора, дворецкого покойного сэра Чарльза, такая окладистая борода. А где он сейчас? В Баскервиль-Холле. Дом оставлен на его попечение. Это легко проверить. Мы сделаем так. Пошлем две телеграммы. Одну в Баскервиль-Холл Берримору. Готовы ли приезда сэра Генри? Другую начальнику почт в Деваншире с просьбой вручить телеграмму Берримору в собственные руки, а в случае его отсутствия вернуть телеграмму сюда, в гостиницу. Кстати, что он из себя представляет? Это пятое или шестое поколение Берриморов, которое живет в Баскервиль-Холле. Но сэр Чарльз что-нибудь ему оставил по завещанию? Да. Ему и его жене было завещено по 500 фунтов. А Берримор знал об этом раньше? Да, сэр Чарльз любил говорить о своих распоряжениях на случай смерти. Очень интересно. Надеюсь, вы не станете подозревать всех, кто получил по распоряжению сэра Чарльза. Мне он тоже кое-что оставил. Около 1000 фунтов. А в какой сумме исчисляется все наследство? 1 000 000. Дорогой доктор Мортимер, за такой куш любой может начать рискованную игру. Да. Теперь мне совершенно ясно, что если доктор Ватсон согласится составить вам компанию, сэру Генри будет значительно спокойнее в Баскервиль-Холле. Как? Но вы же знаете, Ватсон, что меня в Лондоне задерживают срочные дела. Вы будете писать мне ежедневные отчеты, ну а если случится кризисное положение, я, конечно, вырвусь к вам на помощь. Пока у нас есть только одна зацепка. Кэбмен? Да. Жаль, что мы не успели заметить его номер. Не мы, а вы, дорогой друг. Здравствуйте, Батлер. Здравствуйте, сэр.
Помнится, у вас работал мальчуган по имени Картрайт. Он проявлял большую сообразительность. Да, сэр. Он и сейчас у меня работает. Можно его позвать? Картрайт. И разменяйте мне, пожалуйста, 5 фунтов. Здравствуйте, мистер Холмс. Рад вас видеть, Картрайт. Дайте мне, пожалуйста, справочник лондонских гостиниц. Вот это список 23 гостиниц в районе Чаринг-Кросса. Да, сэр. Смотрите внимательно и запоминайте. Запомнили? Да, сэр. Вы обойдете подряд все эти гостиницы и в каждой будете давать швейцару по 1 шиллингу. Прошу вас, сэр. Благодарю вас. Вот вам Картрайт, 23 шиллинга. Вы скажете, что вам необходимо просмотреть мусорные корзины, куда вчера выбросили бумаги. Объясните это так. 1 очень важную телеграмму доставили не по адресу. На самом деле вы будете искать статью в номере «Таймс», изрезанную ножницами. Вот эта статья. Запомнили? Да, сэр. Прекрасно. Швейцары пошлют вас к коридорным. Этим коридорным вы еще дадите по 1 шиллингу. Еще 23 шиллинга. Шансы невелики, но будем надеяться на удачу. На всякий случай еще 10 шиллингов. Вечером телеграфируйте мне на Бейкер-стрит, как дела. Это все. Слушаюсь, сэр. А теперь нам остается запросить телеграфом о кэбмене номер 2704. Прошу вас. Мне сказали в конторе, что по этому адресу интересовались номером 2704. Я 7-й год езжу, никогда никаких жалоб не слышал. Дай, думаю, сам зайду. Пусть мне в глаза скажут, в чем я так он провинился. Вы ни в чем не виноваты, любезнейший. Наоборот, если вы будете отвечать на все вопросы, которые вам зададут в этом доме, вы получите от меня полсоверена. Я вас прошу за мной, пожалуйста, сюда. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Добрый день. Добрый день, сэр. Расскажите мне, пожалуйста, о вашем седаке, который сегодня наблюдал за этим домом в 10 часов утра, а потом выслеживал по улицам 2 джентльменов. Что ж я могу рассказать, когда вы сами все знаете лучше меня? Опишите его наружность. Одет аккуратно, борода черная. Больше я, пожалуй, ничего сказать не могу. Цвет глаз? Вот это я не приметил. 2 телеграммы, доктор Ватсон. Спасибо. Обошел 23 гостиницы, к сожалению, изрезанной страницы не нашел Картрайт. Только что сообщили Берри Мордома, Баскервиль. Обе мимо. Может быть, вы еще что-нибудь заметили? Мой седок сказал, что он сыщик и не велел болтать. Интересно. Когда он вам об этом сообщил? Когда расплачивался. А больше он ничего не сказал? Он назвал свою фамилию. Замечательно. Ватсон, готовьте еще полсоверена. Как его фамилия? Шерлок Холмс. Здравствуйте, Перкинс! Здравствуйте, доктор Мортимер. Это Перкинс. Да, хорошо. Здравствуйте, милорд.
На. Хозяин приехал. Перкинс, что это? Из Принстаунской тюрьмы убежал арестант, сэр. Вот уже третий день, как его разыскивают. Выставили сторожевых на всех дорогах. Да пока все без толку. А кто же он? Полоумный Селден, который совершил убийство в Нортинг-Хилле. Такой ни перед чем не остановится. Это вам не какой-нибудь мелкий воришка. Вот и Баскервиль Холл. Скажите, Мортимер, а дядя умер в этом парке? Нет, в Чисовой аллее. Она там, с другой стороны. Да, места выглядят невесело, джентльмены. Ну, ничего, не пройдет и полугода, я думаю, провести сюда электричество. Вы что-нибудь слышали о фонарях в 1000 свечей? Это изобретение Эдисона и Свена. Добро пожаловать, сэр Генри, в Баскервиль-Холл. Нет, Берримор, вы ошиблись. Эраре хуманиум эст. Санкта симплицитас. Доктор сказал по латыни. Человеку свойственно ошибаться. Я ваш новый хозяин, Берримор. Ну что ж. Приблизительно так я и представлял себе родовое гнездо. Вот тут мои предки прожили 5 веков. Когда прикажете подавать обед, сэр? Простите, как вас... Берримор. Скажите, Берримор, а когда вообще у вас принято обедать? Вечером. Мы потерпим? Мы потерпим. Сэр Генри, мы с женой будем счастливы остаться здесь на первых порах. Но при новых порядках вам, вероятно, потребуется большой штат. А что вы называете новыми порядками, Берримор? Сэр Чарльз вел уединенный образ жизни, весьма скромный. Вы, как я понимаю, собираетесь жить иначе. Насколько мне известно, ваши предки, Берримор, жили в течение нескольких веков в Баскервиль-Холле. И я вовсе не намерен с первых шагов менять установившиеся традиции. Ну, все-таки здесь как-то мрачновато. Да.
Трудно представить себе, что вечером эта комната навевала на нас такое уныние. Нет. Я думаю, комната ни при чем. Полагаю, мы сами во всем виноваты. Приехали усталые, измученные. Вот нам и показалось здесь все таким мрачным. За ночь мы отдохнули, я лично прекрасно выспался, и все остальное кажется веселым. Это каша, что ли? Овсянка, сэр. Послушайте... Берримор, сэр. Простите, Берримор, а нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо? Мясо будет к обеду, милорд. Однако нельзя все приписывать только нашему настроению. Вы не слышали полночь? Чей-то плач, по-моему, женский. Вам тоже показалось? Вы знаете, я решил, что мне просто почудилось. Действительно, где-то в полночь я проснулся, мне показалось, что кто-то плачет, но я решил, что это во сне. Нет, я совершенно ясно слышу и уверен, что плакала женщина. Так мы сейчас узнаем. Как? Берримор. Берримор, пойдите, пожалуйста, сюда. Скажите, а кто мог в замке ночью плакать женским голосом? В замке всего две женщины, милорд. Одна посудомойка, но она живет в том крыле, а вторая моя жена, но, уверяю вас, она не плакала. Я думаю, нам послышалось. Конечно, сэр. Я доставил телеграмму мистеру Берримору, как и было указано. А кто ее относил? Мой сынишка. Джеймс! Да? Ты доставил телеграмму в Баскервиль-Холл мистеру Берримору? Да. И вручил ее ему самому? Нет, мистер Берримор был где-то на чердаке, и я вручил телеграмму его жене. А самого мистера Берримора ты не видел? Нет, сэр, я же сказал, что мистер Берримор был где-то на чердаке. А откуда ты узнал, что он там был? Ну, жена-то должна знать, где он. Ведь телеграмма доставлена. А если произошла какая-нибудь ошибка, пусть мистер Берримор сам жалуется. Доктор Ватсон. Вы простите мою смелость. Мы здесь народ не церемонный, поэтому не дожидаемся официальных представлений. Вы, может быть, слышали обо мне от нашего общего друга, доктора Мортимера.
Я Степлтон из Мэри Питхауса. Очень приятно. Очень приятно. Мы сидели у Мортимера, он мне показал вас из окна, когда вы проезжали мимо. Я решил представить самолично. Ну, как, сэр Генри? Мы здесь все очень боялись, что после печальной кончины сэра Чарльза наследник не захочет здесь жить. Надеюсь, эта история не внушила в нем такого панического, суеверного страха. Какая история? Это легенда о чудовищной собаке, которая преследует якобы род Баскервилей. Вы знаете о ней? Да, знаю. А мистер Шерлок Холмс? Доктор Ватсон, ваши интересные рассказы об известном сыщике проникли в наши края. А поскольку вы здесь, значит, мистер Шерлок Холмс заинтересовался этим делом. А мне любопытно узнать его точку зрения. Шерлок Холмс в настоящее время занят другими делами. Угу. Поэтому вы ведете расследование. Доктор Ватсон, если вам нужна моя помощь, я в вашем распоряжении. Благодарю вас. Я гощу в доме сэра Генри и не нуждаюсь ни в чьей помощи. Всего доброго. До свидания. Правильно. Осторожность прежде всего. В Лондоне. Я принял решение одеваться как истинный англичанин. Поэтому все эти канадские чемоданы спрячьте куда-нибудь подальше. И, кстати, если вам пригодится что-нибудь из вещей, посмотрите, может быть, вы возьмете себе. Благодарю, это излишне. Хотите, я вам подарю эту шубу? Нет, я прошу вас, сэр. Возьмите, она может вам пригодиться. Сэр Генри! Сэр Генри! Не слушайте его, сэр Генри! И, конечно, если вы хотите нам подарить эту шубу, то мы ее с удовольствием возьмем. Вы так добры, сэр Генри. Вы весь вашего покойного дядюшку, нашего несчастного хозяина, добрейшего сэра Чарльза. Джон, ты же прекрасно знаешь, что она может кому-нибудь понадобиться. Я молчу, он все равно ничего не понял. Это нам подарили. Вы гуляли, Ватсон? А мы вот с Берримором багаж разбираем. Скажите, Берримор, вы получали телеграмму от сэра Генри из Лондона о приезде? Получал, сэр. Мальчик передал ее вам в собственные руки? Да. То есть, нет, я был в это время на чердаке, и телеграмму мне передала жена. Вы сами написали ответ? Нет. Но я сказал жене, что ответить она... Благодарю вас.
прошу вас, уезжайте в Лондон. Немедленно уезжайте. Но почему я должен уезжать? О, ради бога, поверьте моему слову. Не требуйте объяснений. Уезжайте, чтобы ноги ваши не было на этих болотах. Но почему? Почему? Брат идет. Не говорите ему ни слова. Рад приветствовать вас. Ах, это ты, Берилл. Ты запыхался, Джек. Я погнался за замечательным экземпляром, циклопидис. Но у меня с собой ничего нет. Очень жаль. Вы уже познакомились? Да, уже. Я говорила сэру Генри, что еще рано любоваться красотами наших болот. Орхидеи еще не зацвели. Как ты думаешь, кто перед тобой стоит? Нет, нет. Не награждайте меня чужими титулами. Я всего лишь друг сэра Генри. Доктор Ватсон. Доктор Ватсон. Значит, мы говорили с вами, не понимая друг друга. Доктор Ватсон, познакомьтесь с моей сестрой. Я приняла доктора Ватсона за нашего соседа, а ему, вероятно, безразлично, цветут орхидеи или нет. Теперь вы знакомы с моей сестрой, и мы требуем, чтобы вы посетили нашу ферму и немедленно. Благодарю вас. Прошу. Странное мы место выбрали, где поселиться. И все-таки нам здесь хорошо. Правда, Берилл? Да, очень хорошо. Прошу вас. У меня была школа в одном из северных графств, но судьба обернулась против нас. В школе вспыхнула эпидемия, и трое мальчиков умерло. Нам так и не удалось поправить свои дела, и большая часть моего состояния безвозвратно потеряна. И все-таки, если бы не разлука с моими дорогими мальчиками, я бы радовался этой неудаче. Ибо для человека с моей страстью к ботанике и зоологии тут непочатый край работ. Просто непочатый. Жить здесь скучно не столько вам, сколько вашей сестре. Нет, я не скучаю. Что у нас сегодня с завтраком? Кофе в этом доме варю только я. Только я. Минутку. Извините меня за глупую ошибку, доктор Ватсон. Прошу вас, забудьте все, что я вам говорила. К вам это не имеет никакого отношения. Я передам ваше предостережение сэру Генри. Вы придаете моим словам слишком большое значение, доктор Ватсон. Смерть сэра Чарльза потрясла нас братом. Мы часто встречались спокойно. Он любил гулять по тропинке, которая ведет к нашему дому. Вот, а теперь меня беспокоит приезд наследника сэра Чарльза. И я считал нужным предупредить его об опасности, которая ему угрожает. А в чем же, по-вашему, это опасность? А вы знаете предание собаки? Ну, я не верю в этот вздор. А я верю. Мне показалось, что вы не хотели, чтобы вас слышал ваш брат. Мой брат не хотел бы, чтобы Баскервиль-Холл пустовал. Это может повредить бедному Люду, который живет здесь на болотах.
Он страшно рассердился бы, если бы узнал, что я стараюсь как-то повлиять на сэра Генри. Мы заняты научной работой. У нас большая библиотека и очень интересные соседи. Доктор Мортимер очень начитанный человек в своей области. Вот несчастный сэр Чарльз. Тоже был интересный собеседник. Прошу вас. Да. Мы с ним были близки. Я вам даже не могу передать, что для нас это утрата. Прошу вас. Благодарю вас. Что вы скажете? Может быть, нам нанести визит сэру Генри? Ему это не помешает? Я думаю, он будет рад познакомиться с вами. Вы все пишете и пишете, а ваш друг все не едет и не едет. Шерлок Холмс. Да, тут без него не разобраться. Темная история, сэр. Очень темная. Добрый день! А, добрый день! Приветствую вас! Какие замечательные места! Эти болота никогда не примелькаются. А сколько тайн хранят? Мы приехали сюда год-два назад, после приезда сэра Чарльза. Но я натуралист, и я уже обследовал каждый здесь уголочек. А вот это гримпинская трясина. Вот попади туда человек или животное, один неосторожный шаг, и все, конец. А я проникал в самое сердце гримпинской трясины. Возвращался живой. Вот так. Вот так. А вон, видите эти холмы? Там маленькие островочки. Там такие растения разные. Бабочки-бабочки такие всякие. Когда-нибудь я обязательно тоже попробую пройти туда. Ради бога, выбросьте это из головы. Забудьте об этом, потому что ваша гибель будет на моей совести. Вы оттуда живым не выйдете. Я почему позволяю себе туда ходить? Потому что у меня есть целая своя система разных всевозможных примет. Тише. Слышали? Странные эти болота. Что это такое? Фермеры утверждает, что такое собака Баскервилей, когда ищет свою жертву. Сегодня что-то очень громко. Но вы же образованный человек. Как вы объясняете эти звуки? Ну, болота иногда издают странные звуки. То ли ил опускается, то ли вода поднимается. Нет. Это был голос живого существа. Может быть. Вам никогда не приходилось слышать, как выпь кричит? Да. Что-то давно не видно нашего общего знакомого, доктора Мортимера. Он копается в каких-то могилах. Рад видеть вас в здравии и добром расположении духа. Какие новости, доктор Ватсон? К счастью, никаких. А я весь в переживаниях. С одной стороны, у меня большая радость.
Я раскопал курган в длинной низине, обнаружил там череп доисторического человека. Для меня это большой праздник. А мистер Фрэнклин, местный сутяга, собирается подать на меня в суд за то, что я разрыл могилу без согласия на то ближайших родственников погребенного. Вот вы смеетесь, сэр Генри, а мне не до смеха, потому что ведь в наших английских законах при желании можно найти и такую статью. А мистер Фрэнклин мастер на эти дела. Иной раз по 7-8 тяжких ведет одновременно. Мистер и мисс Степлтон. Приветствуем вас в Баскервиль-Холле. Вы, очевидно, часто бывали в этом доме. А мы вот с сэром Генри чувствуем себя здесь как гости. Да, мы часто бывали здесь. Сэр Чарльз был очень гостеприимен. Ваш дядюшка был душой нашего общества. Вы надолго приехали в наши края? Я думаю, я теперь уже отсюда никуда не уеду. Послушайте, Ватсон. Что? И что, это все? Она сказала... Ты еще рано любоваться красотами болота. Орхидеи еще не зацвели. А что она вам еще сказала? Она сказала, что беспокоится из-за приезда наследника, то есть за вас. Не, ну, мне интересно, а что она еще сказала про орхидеи? Знаете, это такая... Они еще не зацвели. Орхидеи еще не зацвели. Что бы это значило? Не зацвели, и все.
Что вы здесь делаете, Берримор? Ничего, сэр. Это окно. Я всегда проверяю, на ночь заперто ли. Даже в башне? Да, сэр, во всем доме. Послушайте-ка, Берримор. Довольно изворачиваться. Что вам здесь понадобилось? Я ничего дурного не делал, сэр. Я только посветил свечой в окошко и... А для чего вы светили свечой в окошко? Не спрашивайте меня, сэр Генри. Не спрашивайте, клянусь вам, это не моя тайна, если бы это касалось только меня, клянусь вам... Ведьма, это условный знак. В каком смысле? В прямом. Сейчас мы проверим, будет ли на него ответ. Вы видели? А? Какой негодяй. Берримор, это же сигнал. Кто ваши сообщники? Это мое дело. Кто ваши сообщники? Это мое дело. Говорите немедленно. Оно касается только меня, и я ничего вам не скажу. В таком случае, вон отсюда. Вы уволены. Вон отсюда, Берримор. Слушаюсь, сэр. Видно, ничего не поделаешь. Я выгоню вас с позором. Берримор. Столько веков наши предки жили под одной кровлей. И теперь вы замышляете что-то против меня. Нет, нет, сэр, не против вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, Элиза. Чего ты добилась? Нас увольняют. Можешь пойти и собрать вещи. А, я добилась. Нет, вы только послушайте, что он говорит. Сэр Генри, я вам лгать не буду. Впрочем, если в этом есть что-то дурное, то поверьте, мой муж это сделал только ради меня. Его избаловали с детских лет. Ему потакали во всем. И, конечно, он вообразил, что ему все дозволено. Что, что весь мир существует только для его удовольствия. Ватсон, я не понимаю подрос, ничего. То в него словно бес вселился. Он разбил материнское сердце и смешал семейное имя с грязью. Чем дальше, тем хуже и хуже. От преступления к преступлению. Что его спасло от виселицы? Только милость Божья. Я ничего не понимаю. Сэр Генри, если бы вы только знали, какой это был чудный ребенок. Я вам могу показать его портрет в детстве. Не, это был ангел. Настоящий ангел. Он просто попал в дурную компанию. Как? Ее девичья фамилия Селден, сэр. Ну, очень хорошо, я знаю. Ну и что? Селден ее младший брат. Значит, убийца Селден ваш брат? Да, сэр. Он погибает на болоте от голода. Джон подает ему знак, что еда приготовлена, а он показывает, куда ее принести. Вот и все. Мы каждый день надеемся, что он уйдет, но пока он здесь, мы не можем его бросить. Я ничего не понимаю, пожалуйста, я не понимаю ничего. Брат болотный, какой обед может быть на болоте? Ну, забери, я не понимаю ничего. Заберите эту женщину, Берри, может. Не хочу я это все слушать. Послушайте, доктор, я ничего не понимаю. Все-таки объясните мне, о чем они сейчас тут говорили? На болоте прячется ее брат, убийца Селден. Они его кормят. Да что вы говорите? Очевидно, огонь только отсюда и виден. Удивляюсь, как ему не страшно. Как вы думаете, это далеко отсюда? Миль две, не больше. Послушайте, давайте его поймаем. Давайте. И все кончится? Не кончится. Вы
хоть что-нибудь с собой прихватили? У меня хлыст. А мне револьвер. Вот, стойте здесь, а я пойду налево. А что бы сказал Холмс, помните, а? В ночное время, когда сила зла...